Депрессия – это выбор. Усталость – это выбор. Мы здесь в жизни в долгую. И поэтому депрессия, когда человек говорит, у меня депрессия, это его выбор – депресс. То есть испытывать пресс. Соответственно, надо разбираться, а что на него оказывает пресс. Потому что если человек длительное время находится в депрессии, пресс на него давит длительное время, это говорит о том, что у него есть внутренний конфликт, с которым он не разобрался. Вы знаете, нас в школе учили физики, математики, химии, но не научили работать самое основное – это с внутренним конфликтом, потому что за психологию отвечает абсолютно все. 80-90% того, что с нами происходит, это чистейшая воды психология. Поэтому если человек, у которого есть семья, дети, за которых он несет ответственность, то есть, когда ты родил ребенка, ты уже несешь на него ответственность. И ты не можешь просто лечь и сказать, ой, извините, я устал. Ой, извините, детки, с завтрашнего дня вы будете голодать. Нет, друзья, мы ответим за тех, кого приручили. Поэтому это безответственность, когда родители... Вот я была на днях в одной семье. Мама приходит с работы, говорит, я устала и пошла лежит, телевизор смотрит. А вот ребенок приходит со школы, говорит, мам, я кушать хочу. Она говорит, там хлеб есть. Он говорит, мам, я не хочу хлеба. Он говорит, ничего, хочешь. Говорит, мама устала. И ребенок пошел безжизненно за хлебом. Но если бы это было так каждый раз, то, ну, если бы это было единожды, ну, нормально. А я у них была 3 дня подряд, и 3 дня подряд вот такая картина. Поэтому мне просто жалко этого ребенка. Мальчик 7 лет, у него уже там запоры, там уже киста в поджелудочной. Там я маме говорю, мам, ты понимаешь, что говорю? Это результат твоего отношения к ребенку. Говорю, а зачем ты рожала его, если ты вот такое вот отношение к нему имеешь? На что она мне отвечает? Я на хлебе выросла, и мои дети на хлебе вырастут. При этом у нее там и щитовидка, и желудок, и, в общем, там целый букет. Я говорю, ну, а мы-то познакомились, собственно говоря. Она как клиент ко мне пришла. Вот я ей говорю, пойми, что это следующий претендент с набором тех же болезней, что у тебя. Говорю, готова? Она говорит, ну да, но я так устала, вот это буду я еще ему что-то готовить. И вот, когда слушаешь такое... Понимаешь, что, ну да, буду я ему что-то готовить, но потом я буду тратить деньги для того, чтобы его лечить. И вот вам ответ.